В мэрии областного центра состоялось итоговое заседание оргкомитета «Забег РФ». Градоначальник Юрий Гришан, организатор спортивного мероприятия, депутат Магаданской городской думы Антон Басанский, руководители городских и областных служб и учреждений, представители полиции и ГИБДД. Волонтеры уточнили детали сценария событий и провели координацию взаимодействия. Все готово. Ну, есть, как всегда, перед каждым стартом есть определенные волнения. Наверное, как у спортсменов, так и у организаторов. Я как буду бежать, да, то есть у меня есть определенные волнения. Да, там, ну, в спорте дело всякое. Добегу, не добегу. Так и у организатора, чтобы все получилось все хорошо и всем все понравилось. Поэтому сегодня все готово, да, то есть мы провели отчетное совещание и, ну, наверное, самое главное, чтобы все с погодой получилось. По словам Антона Басанского, за последние дни число участников серьезно увеличилось. Желающих побежать в воскресенье по улицам Магадана уже свыше 650 человек. В сравнении с другими городами нашей страны, где также 30 мая состоится забег РФ, с учетом численности населения столицы Колымы, это очень хороший показатель. Это означает, что у Магадана есть все шансы побороться за звание беговой столицы.